Оберат – инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения – Hetera Labs, Limited, India, код ATX, L02BX03 – активное вещество, Абиратерон. Лекарственная форма – Абират, форма выпуска, упаковка и состав препарата Абират. Таблетки от почти белого до светло-коричневого или коричневатого цвета, овальные, двояко-выпуклые, с гравировкой А1 на одной стороне H, на другой, на обеих сторонах таблетки имеется фаска. 1 таб. Абиратерон-ацетат 250 мг, вспомогательные вещества, целлюлоза микрокристаллическая П. H101 – 216 мг, лактоза моногидрат 189 мг, краскармеллоза натрия 22 – 5 мг, поведонг 29-32 – 7 мг, натрия лаурилсульфат 17 мг, кремния диоксид коллоидный 3 – 5 мг, магния стеарат 10 мг. 120 штат-банки из полиэтилена высокой плотности, 1 пачки картонные. Клинико-фармакологическая группа. Антиандрогенный нестероидный препарат с противоопухолевой активностью, фармакотерапевтическая группа. Другие антагонисты гормонов и их прочие аналоги, фармакологическое действие. Средства с антиандрогенной активностью стероидной структуры. Абиратерон является ингибитором биосинтеза андрогенов. В частности, абиратерон селективно подавляет активность фермента 17-альфа-гидроксилазы, 17-20-лиазы, 17 кипрских фунтов. Этот фермент экспрессируется и является необходимым для биосинтеза андрогенов в яичках, надпочечниках и клетках опухолей предстательной железы. 17 кипрских фунтов катализирует превращение прегнинолона и прогестерона путем 17-альфа-гидроксилирования и разрыва связи 17,20 в предшественнике тестостерона. Дигидроэпиандростерон и андростендион, соответственно. Торможение активности 17 кипрских фунтов также сопровождается усилением синтеза минералокортикоидов в надпочечниках. Андроген-чувствительный рак предстательной железы реагирует на лечение, снижающее концентрацию андрогенов. Антиандрогенная терапия, например, применение агонистов люлиберина или проведение орхидэктомии, ослабляют синтез андрогенов в яичках, но не влияют на синтез андрогенов в надпочечниках и в опухоли. Применение абиратерона совместно с агонистами люлиберина или орхидэктомии снижает концентрацию тестостерона в сыворотке крови до уровня ниже порога определения. Абиратерон вызывает снижение концентрации тестостерона и других андрогенов в сыворотке ниже тех показателей, которые удается получить на фоне применения агонистов люлиберина или после орхидэктомии. Это происходит из-за селективного ингибирования фермента CYP17, который требуется для биосинтеза андрогенов. Концентрация PSA является биомаркером у пациентов с раком предстательной железы. Показания к применению для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном. Способ применения и дозы. Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Предназначен для приема внутрь. В составе комбинированной терапии с преднизолоном в низких дозах рекомендуемая суточная доза абиратерона 1 грамм 1 раз в сутки за 1 час до еды или через 2 часа после еды. Если в ходе лечения у пациентов развились признаки гепатотоксичности, повышение активности АЛТ в 5 раз выше ВГН или концентрации билирубина в 3 раза выше ВГН, терапию следует немедленно прекратить до полной нормализации показателей функции печени. Повторную терапию у пациентов с нормализовавшимися показателями функции печени можно начать с уменьшенной дозы 500 мг 1 раз в сутки. Если симптомы гепатотоксичности возникают при дозе 500 мг, терапию абиратероном следует прекратить. При развитии тяжелой формы гепатотоксичности, активность АЛТ превышает ВГН в 20 раз, в любом периоде терапии абиратерон следует отменить. Повторное применение в таких случаях невозможно. Противопоказания к применению. Тяжелое нарушение функции печени, детский и подростковый возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к абиратерону. Особые указания с осторожностью применять у пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени, поскольку клинические данные о применении у данной категории пациентов отсутствуют.
Необходима осторожность при применении у пациентов, состояние которых может ухудшаться при повышении АТ или развитии гипокалемии. Например, при сердечной недостаточности, недавно перенесенном инфаркте миокарда или желудочковой аритмии, при фракции выброса левого желудочка менее 50%, сердечной недостаточности 3-4 функционального класса по классификации NYHA. Безопасность препарата у пациентов с фракцией выброса левого желудочка ELT 50% или с сердечной недостаточностью 3-4 функционального класса по классификации NYHA не установлена. Перед началом применения абиратерона следует устранить гипокалемию и артериальную гипертензию. У пациентов, получающих абиратерон, может наблюдаться повышение АТ, гипокалемия и задержка жидкости вследствие повышения концентрации минералокортикоидов в крови из-за ингибирования 17 кипрских фунтов. Введение ГКС одновременно с абиратероном ослабляет стимулирующие действия АКТГ, что приводит к снижению частоты и тяжести этих неблагоприятных реакций. АТ, концентрацию калия в плазме крови и степень задержки жидкости следует контролировать, как минимум, один раз в месяц. Активность сывороточных трансаминаз и уровень билирубина в крови следует измерять до начала лечения, каждые 2 недели в первые 3 месяца. Лечение, а затем ежемесячно. При развитии клинических симптомов и признаков, позволяющих предположить нарушение функции печени, следует немедленно определить активность сывороточных трансаминаз, в частности, АЛТ. При повышении активности АЛТ в 5 раз выше ВГН или концентрации билирубина в 3 раза выше ВГН, применение абиратерона следует немедленно прекратить, необходим тщательный контроль функции печени. При отмене преднизолона необходима осторожность и контроль симптомов недостаточности функции коры надпочечников. Лекарственное взаимодействие. В исследовании по оценке влияния абиратерона ацетата, принимаемого совместно с преднизоном, на декстрометорфан, субстрат CYP2D6, при приеме в однократной дозе EUC декстрометорфана увеличилось приблизительно на 200%. EUC-24 дектрофана, активного метаболита декстрометорфана, увеличивалось приблизительно на 33%. Рекомендуется с осторожностью применять абиратерон у пациентов, получающих препараты, которые метаболизируются при участии CYP2D6. Особенно это касается лекарственных средств с узким терапевтическим индексом. В таких случаях следует рассмотреть возможность снижения дозы препаратов в Т. Часть декстрометорфана, метопролола, пропранолола, дизепрамина, венлафаксина, галоперидола, рисперидона, пропафенона, фликаинида, кодеина, оксикодона и трамадола. На основании данных инвитро абиратерон является субстратом изофермента CYP3 и 4. Необходима осторожность при одновременном приеме сильными ингибиторами изофермента CYP3 и 4 кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, атазанавир, нифазодон, саквинавир, телитромицин, ритонавир, индинавир, нилфинавир, вориконазол. И индукторов, фенитоин, карбамазепин, рифампицин, рифабутин, рифапентин, фенобарбитал.